Чарли Чаплин, Никита Хрущев, Элвис Пресли, Мона Лиза. Почти вся мировая история культуры представлена на нескольких полках. Особое предпочтение автор выставки Ирина Верхградская отдает литературным героям, историческим личностям, звездам эстрады и кино. С первого взгляда кажется, будто куклы фарфоровые, но для их создания рукодельницы используют шелк. Куклы из ткани. Но они сделаны по особой технологии, которую я разработала. То есть они пропитываются сначала, грунтуются. Созданием кукол Ирина Верхградская занимается около 30 лет. Все началось с детства, после был перерыв. Вспомнила детское хобби, когда появились дети. В то время учиться было не у кого и негде. Поэтому азы кукольного искусства Ирина Верхградская постигала самостоятельно. Каждая из работ настолько реалистична, что кажется, будто куклы сами смотрят из-за витрин. Лица автор рисует масляными красками. Порой передать образ получается далеко не с первого раза. На роспись лица, поделилась мастерица, уходит более 10 дней. Если же воссоздается реальный персонаж, где необходимо портретное сходство, времени, конечно, требуется намного больше. За 30 лет она сделала более 1600 кукол. Большая часть работ посвящена национальным и историческим нарядам. То, с чего я начинала, это история костюма. Это практически больше половины моих работ. Я вначале занималась именно историей костюма, начиная от самого древнего, от первобытных людей, Египет, и кончая, значит, 20-21 веком. Последние несколько лет мастерица вплотную занялась созданием коллекции «Дорогие мои старики». Пожалуй, из всех это самое эмоциональное. Трогательные сюжеты о пенсионерах не оставляют равнодушными почти никого. После того, как люди посмотрят, вот даже вот в интернете, вот эти вот мои работы, мне столько отзывов приходит, что мы звоним своим бабушкам, мы вспомнили, мы приехали в гости. Я считаю, что это очень нужно, очень своевременно как-то напомнить, что в наше время такое вот быстрое, не надо забывать вот этих вот наших пенсионеров дорогих. Выставка «Маленький мир» в Бердском историко-художественном музее будет работать до 10 октября.